Вопрос на тему история. Какой важный документ был утвержден в Российской Федерации, в Российской империи в 1861 году? А. Отмена крепостного права. Б. Налоговые пошлины. В. Закон о воинской обязанности. Ну, раз в 1862 отменили крепостное право, то получается 1861 год, это крепостное право. Ответ верный. Вот на такие непростые вопросы из разных областей истории, географии, литературы и искусства 16 конкурсанткам юной красы Щелкова 2020 пришлось отвечать в интеллектуальном раунде. Самих девушек сложность этапа не смутила. Напротив, каждая лишний раз убедилась в том, что быть начитанной и разносторонней необходимо. И если есть какие-то вещи, которых не знаешь, то всегда можно это исправить. Мне очень понравился, на самом деле, этап. Вопросы для меня были легкие, но не все. Конечно, я считаю, что по географии все-таки были сложные. Самый запоминающийся вопрос был про то, в какое море впадает река Нил. И так как я хорошо знаю географию, то этот вопрос стал для меня и самым интересным, и самым легким, потому что многие могут подумать, что река Нил впадает в Красное море, так как она относится к Египту. Но на самом деле река Нил впадает в Средиземное море. Интеллектуальный этап для участниц стал предпоследним. Впереди их ожидает финальное состязание. А вот в чем именно оно будет заключаться, организаторы проекта пока не говорят. Какой это будет этап, это секретно, мы вас приглашаем. Он будет очень красивый, самый красивый из всех 5 этапов и самый-самый креативный. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.